Доброго здоровья, друзья! С вами Лохматая Душа и наши Мурлыки. Ребята, в какое же страшное время мы живем, если даже святое место, храм, а животных швыряют куда попало. Не боятся люди ни Бога, ни черта, никого. Спаси Господи. А сама-то она где, матушка? Болеет, да? Это, я забыла, Благовещенский храм? Да, Благовещенский. Так, где же мы теперь тут котов будем искать? Они вот тут. Так-то можно было какой-нибудь на зиму сарайчик выделить и волонтеров привлечь, чтобы помогли раздать. Я вам верю, потому что я-то занимаюсь ими 26 лет. Ну, вот. И мне в монастырь подкидывают несколько сотен. Мне в монастырь несколько сотен за год подкидывают. Несколько сотен каждый год. Люди. И я за 26 лет уже... Я, правда, не слышала от батюшки такого, от нашего. Но мне говорила мать Агнеция, вот, батюшка, проклят тот, кто подкидывает монастыри животных. Да. Это говорит о таком страшном, бездуховном и безнравственном состоянии нашей страны, что просто страшно, куда мы идем, ребят. Ведь мы выжигаем в себе даже ростки доброты. Мы живые души, живые существа расшвыриваем, как вещи, совершенно не задумываясь, что они в это время чувствуют. Больно им. Больно им. Не нам же, да? Ой, да иди туда. Там есть слепой такой котёнок. Ну, слепому зачем он слепой? А что с ним? Он родился там. Ну, сейчас пойдем посмотрим. Пойди, мой кот. Дело в том, что... Да он не шел. Ну, пойдемте, где еще кошки-то у вас есть? Посмотрю. У него болели глаза. Гноились. А. Да что же вы не лечили-то их? Ну, глаза-то слепые. А? Ну и что? А что не лечили глаза-то? Лечили. Сейчас, подождите. Сфотографирую, мне с собой пристраивать. Да нет, Петя нет, я вон котят мне нужны. Ага. Не держи так, ему больно. Мне нужны котята. Его больно, сколько их штук у вас? Петь, сколько у тебя их тут, Петя, осталось? Не знаю, что. Господи помилуй. Ну ладно, вроде как нормально. Я этих заберу. Какие еще там? Сколько их тут штук-то? Все, да? Вот, два, я слепой. Слепой? Да. Так, сейчас посмотрю, что у него с глазами. Совсем глаз нету? О, выболели глаза. Господи помилуй, слепой котеночек. Вот кто? Заберут? Хорошие люди? Дядя Сергей, сейчас позвать. А куда он его заберет? Ну ты мой хороший маленький. Ты котик. Да нет. Это я вот сейчас в ожоге в женском монастыре. Матушка помогает за животным ухаживать. К сожалению, здесь не 15 котят и кошек. Здесь их около 30. Много красивых, но вот кошечка, например, она безглазая. У нее полностью глазок нет. Она такая, ну, она, видно, родилась с инфекцией, но здесь некому было полечить квалифицированно, и поэтому глаза выболели. Герпес-вирусная инфекция, судя по всему, она и глаза уничтожила. Хорошенькая кошечка. Может быть, кто-то возьмет из монастыря котеночка-инвалида. Сюрприз в коробке. Двойной. Идем укладывать. Мы приехали. Я ожидала, что тут меньше, а тут в два раза больше. Сколько могла, вот пока 6 штук взяла на свою голову. Но это безумный, конечно, поступок. Но что делать? Придется помогать мне, матушку жалко. Она очень добрая, очень добрая. Поэтому я все усилия приложу, чтобы ей помочь. Да, нас мало. Но, ребят, даже малая горсть иногда способна перевесить чашу весов. Я была, как все, тупым обывателем, равнодушным. Да, я любила свою собачку, но у меня даже мысли не возникало помочь тому, кто на улице. И ведь таких, как бывшая я, таких много. Я не знаю, что случилось и почему я очнулась, почему пересмотрела свои взгляды. Не знаю, ребята, объяснить это не могу. Но я очень этому рада.
Мне сейчас 64, а я не существую, нет. Я живу. Я живу полными эмоциями, полным пониманием того, что происходит. Вот это понимание дает силы бороться и оставаться там, где я есть. Пусть я делаю небольшую часть работы. Пусть я спасаю только бездомных собак и кошек. Я не могу спасти весь мир. Я не могу объяснить каждому. Каждый должен прийти к этому сам. Но пытаться я буду. Говорить буду. Просить и обращаться к вам я буду. Пока дышу. Пока хватает сил. Так, я нахожусь в церкви. Возле церкви, в городе Чехов. Церковь Иоанна Предтечи, воскресная школа. Бросили щенков. Всех заберешь? Куда ты всех заберешь? Домой. Моя бабушка. Моя бабушка решила. Привет! Привет, пацаны. Да нет, конечно, ты что? Нет, куда же бабушка тебе разрешила? Я хочу, чтобы в мире было больше добра. А для этого, друзья, мы должны быть рядом. Все вместе. Вы и мы. Вы нужны им, друзья. Вы нужны этому миру. Пожалуйста, люди. Родные, хорошие мои люди. Давайте будем добрее. Добрее к братьям нашим меньшим. Добрее друг к другу. Добрее к миру, в котором мы живем. Ради наших детей. Ради наших внуков. Добрее. Так, ну вот, едем в приют. Щенков забрали. Поехали все, ребята.